касается, наверное, игра разделилась на два тайма таких по содержанию и по временному отрезку. К сожалению, первый тайм мы забили один гол и получили это нелепое удаление. Конечно же, так, вторую желтую карточку стали с десятером. Что касается первого тайма, то, что мы ожидали увидеть от соперника, в принципе, Факел так и играл. Надо отметить, что Факел по сравнению с первым кругом команда очень прибавила. Появились довольно-таки квалифицированные, мастеровитые футболисты. Поэтому мы очень опасались сегодняшнего соперника. Я с первых минут ребят призывал, чтобы не смотреть в турнирную таблицу. Она у нас просто... Это просто цифры. Поэтому сегодня предстал перед нами очень серьезный соперник. Но тем не менее, первый тайм все равно. У нас был контроль мяча, были моменты, были какие-то подходы к штрафной площади. Не какие-то, а хорошие моменты были, так скажем. Мы забили гол вследствие на фланговой передаче, фланговой атаки и передачи штрафную площадь нацеленной. Так, второй тайм комментировать там смысла я не вижу, потому что на поле мы возле своей штрафной играли, опивались. У нас, к сожалению, замен не было, потому что лавочка сегодня у нас была короткая. У нас за последнюю неделю три человека получили мышечные травмы, поэтому. И Поляков, к сожалению, тоже мы хотели остаться с одним нападающим в лице Полякова. Но он попросил замену, у него там повреждение было, поэтому как бы остались с Калмыковым, потом поменяли его на Витю Сергеева. Не получалось у нас в атаку выбежать, но мы, в принципе, и не стремились уже так. Честно говоря, играли на удержание, потому что результат для нас сегодня был важнее, чем качество игры. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Можно я задам? Сегодня официально проводили Сергея Мирошниченко. Капитаном в этом матче был Петр Тен. Вот, скажите, пожалуйста, Петр, он будет теперь стабильно капитаном или капитанской повязкой? Нет, это капитан выбирается на весь сезон. Будут у него еще заместители капитана. Петя на сегодняшний день это капитан команды. Он по всем параметрам отвечает требованиям капитана, потому что его отношение к делу, его отношение к тренировкам, к играм, любовь к футболу, профессионализм, то есть здесь много сослагательных. Поэтому я его назначил сам, без голосования, без какого-то либо. Ну, все ребята меня поддержали. Это как бы кандидатура даже не обсуждалась. Спасибо большое. Удачи нашей команде в дальнейших матчах.